Лен, ты еще так не видел, как собаки кушают? Ой, там попугай. Это папа им иногда праздник устраивает, живота. Да. И он обалдел. Так ты крутала, не видно. А где Африка? Я не знаю. Она не на улице? А, вижу. Сейчас мы покажем Африку поближе. Вот. Собачка бедная выдохлась. А что же будешь делать, когда Марсель проснется, а? Кто его будет гонять? Ну, мешай, Лиля. Ну, я надо. Хочу поснять красивую Африку. Красивый попугай. Мюнхен. Иди кушай, интеллигент. Шторный. Еще одна уставшая вот. Что-то пошла. Накормила. И только пока что один Лео не видел такого кормления, и его сильно это заинтересовало. Он возмущен. Африка там валяется. Африка, попугай все кушает. Облизываешься. Тебя там на лестнице и не видно. Я уже думала, ты на улице где-то. Ты красавец. Иди кушай со всеми. Или красавица. Ага, то красавица. А красавец вот. Все-таки не выдержала наша Африка. А ты что тут сидишь? Иди помогай кушать. Помогай, смотри, он попугай как красиво кушает. Так, Кристина, хватит там этот карабин снимать. Африка думает, да, она очень вкусно. Кристина, я тебя не вижу, но я тебя слышу. Кристина, иди в семью кушать. Кита, ну давай спрыгивай. Давай, давай, чтобы папа эту грядку забрал. Все? Барон, иди. Все твое. Да, барон, все твое. Кушай. Барон самый интеллигентный попугай. Прекрати этот карабин торбать. О, бригада пришла откуда-то. Красивая бригада. Сразу видно, что Африка помытая. Джесси нет. Да, Джесси, я тебя помою скоро. Леон, иди сюда. Леон. Леон, я не разрешаю. Терри еще не собиралась в декрет. Терри, иди сюда. Не разрешай Леону. Тебе еще рано. Ну, я надеюсь, они мне детей не сделают. Потому что в прошлый раз, когда мы делали, то хозяйка поднимала Леона и держала. Говорила, что он сам не достанет. Поэтому я не переживаю. Надеюсь, что он сам не достанет. Она прикольно даже внимания не обращает.
А мне все говорят, Африка хочет быть мамой. А ты же там слышал наверху, они все разбежались. Разлетели. Шипида, иди кушать. Саша, барон пока хочет кушать один. И чай. Пусть барон поест. А то у нас самый скромный. Видишь, они делали? Сейчас я занесу. Поразбрасывали все. Кэти, иди кушай. А ты Сина? Ну, Сина карабин там дергала. Арчи, иди кушай, я точно заберу. Быстро, давай. Бегу. Точно заберу все. Арчи, послушай. Давай. Папа сказал, ты кушать, так он рад стараться. Иди кушай. Африканец. Это не африканец, а Африка. Иди уже отсюда, и не мешай. Он и не мешает, он помогал. Иди. Катя. Вот так у нас весело проходит. Что, за папу тебя прогнал, да? Посадил вот там на коврик. Не дал попугаям покушать. Они хотят, наверное, типа не проверить, что там попугаи кушают. Правильно. Мы ели, да. Тинь-тинь. Ага, вон тинь-тинь вижу, спит. Украла, отвернулась и жует быстро. Ничего не забирала. Съела? Сейчас опять что-то украдет. Ничего не украла. А вот страшно уставший, посмотрите. Просто, боже, Люция, если ты будешь что-то есть, ты уже квадратная стала. У Марселя учишься. Голодная вечно страшно. Кормлю щенка, так прямо сидит возле тарелки. Вдруг не поест детка со щенком, потом она сразу доедает. Мне перевели такую стройную собачку. Симпатичную. Худенькую. Ой, в этом доме. Но главное, она все время голодная. Я же не знаю, что она делает. Она все время набрасывается на еду, рычит на всех. Хватает, как будто ее не кормят. Тиффани, ты такой вес не возьмешь. Это для котов. Да. Иди лучше покушай. Вот так проходит динер-шоу. Тинь-тинь. Все, кажется, надо забирать эту еду. Все. Мне кажется, вы уже наелись. Но мне нравится, что Леон, он смотрит, он первый раз такое видит, безобразие, что вы такое с рачами делаете.
Да, Лен, это быстро убирается. Так что не обращай внимания. Это раз-раз и все. Клетку потащились. Мягкий, иди кушай. Закрывай за собой дверь, закрывай. Красивый Леон. Я тебе отращу морду, пока твоих родителей нету. Я тебе сделала 100 раз. Я тебе сделала такую прическу, как у Африки. Мне нравится. Африка, у тебя красивая прическа. Леон, я тебе такую же сделаю, хочешь? Ну, похожую. Поэтому они если заберут тогда свою собачку. Не знаю, когда они все вернутся с этой войны. Ой, с этими ужасами нашими жизнями, да? Главное, что мне что понравилось, что он даже не скучает. Дома. Ему тут так нравится бегать во двор, со двора. Хотя он во дворе раньше не был, он квартирный. А любит двор страшно. Ой, Лицея, ты выспалась?